ты сказал, что я главный герой этой книги. Я вытащил меч, я пришпорил коня, дождался, пока все заметят меня, и прочь скакал, чтобы вышло начало интриги. И прочь скакал, чтобы вышло начало интриги. Я встретил врага, увидев меня, он пустился в бега. Я мог бы догнать и легко победить и гордиться. Но это грозило нарушить сюжет, и я притворился, что дела мне нет. Решил потерпеть и в финале красиво сразиться. Решил потерпеть и в финале красиво сразиться. Она соглашалась, короче, все было в порядке. Но я отвечать ожиданиям не стал и бросил ее в середине листа. И ведь должен герой обладать хоть одним недостатком. Ведь должен герой обладать хоть одним недостатком. А время проходит, листая дома, иллюстрации, седая зима, крошится сюжет, обрываются слов вереницы. Мой автор меня не тревожит давно, и знаю, ему разгорать не дано. Мои чертежи на песке на последней